Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – інформаційна безпека та кіберзахист. Які можливості та ризики несе в собі широке впровадження цифрових технологій, а також яким навичкам потрібно навчати майбутніх фахівців для забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту, дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії виконавчий директор ICDS, керівник програми «Стійка Україна» Дмитро Теперек. Дмитро, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Сьогодні на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулась панельна дискусія «Цифрові навички для ефективного електронного врядування інформаційної безпеки та кіберзахисту». За дискусією спостерігали наші кореспонденти зі служби новин Тетяна Покоцька і Юлія Кускова. Я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. Миколаїв став першим містом в Україні, де організували публічну дискусію на тему інформаційної безпеки та кіберзахисту за участі експертів з Естонії. Естонія сьогодні, к щастю, доволі таким... Естонія сьогодні відома в світі завдяки своїм успіхам у сфері інформаційних технологій, особливо в сфері електронного врядування. У всіх світових рейтингах ми перші, тому що ми розпочали роботу в цьому напрямку понад 20 років тому. В Естонії через інтернет можна зробити все, окрім двох речей. Треба бути присутнім, коли вступаєш у шлюб чи розлучаєшся, і коли купуєш чи продаєш нерухомість. Учасники дискусії обговорювали, які можливості надає широке впровадження цифрових технологій, які є ризики та яким навичкам потрібно навчати майбутніх фахівців для забезпечення кіберзахисту в умовах гібридної війни. Наша мета – ділитися досвідом у різних напрямках. Наприклад, як армія, структуру безпеки та місцеве самоврядування можуть взаємодіяти, щоб запобігти проявам кібератак, і як вирішити ці проблеми, якщо це вже сталося. Сподіваємося, що цей досвід буде для нас корисним. Але все залежить від політичної волі ваших керівників та їхніх рішень. Досвід Естонії свідчить, що цифрові послуги підвищують ефективність роботи чиновників та економлять час. Під час дискусії обговорювали, якими можуть бути шляхи співпраці між експертами України та Естонії, представниками влади, бізнесу та громадянським суспільством. Ми прагнемо, щоб естонські компанії поширювали свій досвід у сфері електронного врядування та кіберзахисту в Миколаївській області. З цією метою ми підписали меморандум про співпрацю та шляхи реалізації естонсько-українського проєкту «Стійка Україна» між Миколаївською міською радою та Міжнародним центром оборони та безпеки. Фахівці з Естонії навчатимуть представників громадських організацій, приватного сектору, студентів. Цей захід дуже важливий, тому що захист інформації – це, напевне, найважливіша річ, яка є у нашому житті на даний момент, тому що всі ми тісно зв'язані з IT-технологіями, ми дуже часто займаємося самоврядуванням в електронному вигляді. Тобто, якщо наша інформація така для внутрішнього користування потрапляє в чужі руки, то це може принести шкод тій чи іншій організації. Це тема дня. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Сьогодні ми говоримо про інформаційну безпеку та кіберзахист. Дмитро, будь ласка, у дискусії взяли участь міжнародні експерти. Який досвід в цій галузі вони мають і як цей досвід можна використовувати в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Будь ласка. На нашу дискусію ми пригласили експертів як з Естонії, так і з України. На самом деле это очень важно, чтобы специалисты профильных областей могли встречаться и обсуждать, какие опыт можно перенять, а какой опыт, допустим, не стоит принимать. На самом деле то, что мы наблюдали в Эстонии в последние, допустим, 20 лет, это не только, допустим, ну, история успеха, да? Это в том числе и какие-то, возможно, не очень удачные проекты. И чтобы не повторять, допустим, ошибок Эстонии, вот как раз-таки наши специалисты могли бы обсудить с специалистами из Украины, как на национальном уровне, так на самом деле и на региональном и местном уровне, какие вещи стоит делать, какие вещи, допустим, не стоит внедрять, потому что мы уже, так сказать, научились на своих ошибках и можем это посоветовать нашим друзьям в Украине. Надо еще отметить, что говоря про кибербезопасность, конечно, следует разделять такие компоненты, как
критическая инфраструктура, которая находится, допустим, в руках частных компаний, также кибербезопасность, за которую отвечает государственный сектор, и наша с вами ежедневная кибергигиена, как мы с вами, пользователи информации, пользователи персональных компьютеров, которые у нас есть, по сути, у каждого дома, и даже в карманах смартфоны, вот как мы с вами используем эти гаджеты, соблюдая ли все правила кибербезопасности. То есть на самом деле это очень обширная область, и сама актуализация темы говорит о том, что она важна не только, как я уже сказал, на национальном уровне для каких-то государственных органов власти, но она также важна, по сути, для каждого человека. Ви сказали, що ви йшли в Естонії шляхом випробувань. І, будь ласка, від чого ви відмовились взагалі? Ну, надо сказати, що Естонія стала в хорошому смислі, звісно, таким експериментальним полігоном для розвитку різних IT-технологій. І зараз, допустимо, ми можемо сказати, що одним із хороших примеров истории успеха – это наше электронное голосование. Вот. Но при этом, например, надо также упомянуть, что очень много сфер и услуг, которые государство или, допустим, городские советы и другие учреждения перевели в дигитальную сферу, они перестали существовать в бумажной форме. И это на самом деле может являться большой уязвимостью, потому что сейчас вся информация о гражданинах, о, допустим, их состоянии здоровья, как говорится, находится только в дигитальной форме, на сервере. И нам, разумеется, надо иметь в виду, чтобы этот сервер был, или сервера, их несколько, очень хорошо защищен, чтобы постоянно делались копии с этих электронных документов. Сейчас у нас, кстати, один из наших опытов, что мы заключили с Люксембургом соглашение, чтобы часть копий хранилась на серверах именно в Люксембурге, то есть уже даже не на территории, как говорится, Эстонии. Если мы говорим про какую-то масштабную кибератаку, если мы говорим про какой-либо кризис, где электронные услуги становятся для нас недоступными, то на самом деле это очень большая уязвимость, что Эстония, как дигитальное цифровое общество, может потерять возможность общения между государственными учреждениями и гражданами. Поэтому мы на самом деле такие вещи воспринимаем очень серьезно. И чтобы вы могли порадовать, чтобы все ж таки зберегание документов відбувалось и на папере, и в электронном выгляде, так? Не, на самом деле их нет смысла уже, конечно, дублировать, если было принято решение, что будет происходить переход на тотальный электронный документооборот, то, разумеется, это надо доводить полностью до конца, но, как говорится, наш опыт и говорит о том, что надо постоянно продумывать и запасные варианты с копией электронных документов, желательно на защищенных серверах. То есть до того, как мы полностью это перешли, мы, так сказать, не думали даже об этом. Сейчас мы, кстати, уже стали об этом думать, и, как я сказал, шаги к этому были сделаны. А скажите, будь ласка, что є критериями захищенности информации? Ну, про информацию можно рассказывать очень долго, поскольку все мы с вами находимся в информационном поле, и даже средства массовой информации являются каналами передачи информации. Если говорить только узко в рамках кибербезопасности и кибергигиены на, так сказать, уровне частного пользователя, то, конечно, предоставляется важным это защита личных и персональных данных. Но здесь даже не стоит, может быть, перегибать палку и говорить, что все наши персональные данные представляют для кого-то какой-то интерес. Несомненно, если я уже рассказал про опыт Эстонии, например, что связано с историями болезни, да, то есть все наши медицинские данные, они дигитализированы и находятся на серверах, то, например, страховым агентствам и банкам доступ к такой информации, конечно, очень был бы полезен, но, разумеется, им по законодательству он воспрещен, поскольку они могут им злоупотреблять.
то вот здесь надо четко разделять, кто может быть выгодоприобретателем от конкретной информации, а кто может ей потенциально злоупотребить. Но это мы говорим про внутреннюю систему. Мы знаем, что очень много кибератак производится, кстати, ежедневно, в том числе и на государственные учреждения, и на частные IT-компании, и источник этих кибератак является либо другое государство недружелюбное, вот, либо являются какие-либо крупные корпорации, использующие кибершпионаж, вот, либо просто, так сказать, группа злоумышленников, как говорится, мошенников, которые хотят получить какой-то доступ к какой-то информации, и потом могут вас, допустим, шантажировать, чтобы эту информацию не раскрывать. И здесь очень важно понимать, что та информация, которую о нас с вами, как гражданах, допустим, собирает государство, то, разумеется, за сохранность и целостность этой информации государство полностью должно нести ответственность. Но по большей части надо все-таки признать, что мы с вами сами, граждане, добровольно отдаем очень много личной, персональной информации, в том числе посредством каналов в интернете. И мы очень часто, не задумываясь, вывешиваем много личных данных о себе через соцсети или заполняя различные анкеты на какие-то промо-акции, не знаю, в магазинах, еще где-нибудь. По сути, это тоже персональная информация. Если вы эту всю персональную информацию соберете в один большой массив, и сейчас уже есть очень много алгоритмов, которые могут их хорошо обрабатывать и смотреть тенденцию. И вот кто и как эту информацию использует, на самом деле здесь вообще, кстати, даже в Европейском Союзе законодательство еще требует доработки. Потому что мы целиком, даже на уровне Европейского Союза, еще не достаточно хорошо представляем себе те риски, которые могут нести так называемые массивы больших данных, связанные, допустим, ну, с социальными сетями, как я уже сказал, с использованием таких сервисов, связанных, допустим, как Google, вся серия, да, там карты, имейл и так далее. То есть работы еще очень много в этой области. Дійсно, дуже багато роботи. А скажіть, будь ласка, як можна оцінити українську систему кібербезпеки? Ви можете сьогодні це зробити? Я можу тільки розказати про свой личный опыт, и, как мне кажется, здесь, опять-таки, следует выделять несколько уровней. Украина сделала очень большие, хорошие шаги по улучшению качества кибербезопасности, связанные, допустим, с предвыборной кампанией. Надо сказать, что опыт, в том числе, кстати, Эстонии, а также западных союзников из Великобритании, Канады, Соединенных Штатов, был проанализирован и передан, и взят использованием такими структурами, как Центральная избирательная комиссия, в том числе и СБУ. Вот. В сфере обороны по киберчасти, на самом деле, есть хорошие истории успеха. То есть мы говорим о повышении ситуационной осведомленности для военных. Но это именно такой национальный, как говорится, уровень. Слабым звеном все-таки еще остается региональный и местный уровень. И сейчас, кстати, с процессом децентрализации очень важно понимать, что вот громады, которые будут организованы, они, в принципе, сейчас не имеют, ну, человеческого капитала для того, чтобы правильно организовать свои, ну, свою кибербезопасность. То есть здесь надо все-таки говорить о том, что опыт Украины, он очень разносторонний. То есть если на национальном уровне уже делается много правильных программ, то вот на региональном и местном уровне на самом деле ситуация еще не настолько хорошая. Следует также сказать, допустим, что весь IT-сектор в Украине имеет очень большой потенциал и опыт для того, чтобы помочь повысить уровень кибербезопасности в стране. Но, к сожалению, диалога между IT-компаниями и государством в Украине как такового не существует. Он есть, но он не системный. Он, скорее всего, происходит только, так сказать, при
инициативе, скажем так, при возникновении какой-то акутной проблемы, и тогда государство может обращаться к IT-компаниям, но не всегда эти компании рады и готовы включиться в этот процесс, не имея каких-то, так сказать, гарантий. И в основном, конечно, они работают на западные рынки. И это является очень большой уязвимостью. И об этом мы, кстати, тоже говорим, и опыт Эстонии говорит и показывает то, что нельзя построить целостную систему информационной и кибербезопасности, не вовлекая в него частный сектор. Для вовлечения частного сектора и также гражданского общества, активной его части, очень важным компонентом является доверие. Это доверие между, разумеется, гражданами, это доверие между частным IT-сектором и государством, и это доверие между гражданами и государством, то есть они образуют такой треугольник. Если там не будет доверия, то, к сожалению, это сотрудничество само по себе невозможно. Без него, как я уже сказал, полноценную систему построить просто невозможно. Это не только опыт Эстонии, но в том числе мы в Эстонии к этому пришли. Поэтому вот надо делать шаги, собирать межсекторальные и междисциплинарные форумы, где чаще должны встречаться представители власти, те, кто принимает решения разных уровней, не только на национальном уровне, но, еще раз повторюсь, на региональном и местном уровне. Это представители IT-компаний частного сектора и, разумеется, те гражданские активисты и общественные организации, которые занимаются продвижением электронного управления, дигитальных навыков и схожих тем. А скажіть, будь ласка, від чого залежить інформаційна безпека? Чи створена достатня законодавча база? Наскільки держава і суспільство забезпечені технічно для відсічі кібератакам? Кібератаки, вони можуть відбуватися з різними цілями, як ми знаємо, да? В Україні тоже, к сожалению, есть печальный опыт. Уже несколько кибератак, которые исходили по большей части из Российской Федерации, были направлены, допустим, против железнодорожной структуры Украины или против сектора энергетики. Вот. То есть часть кибератак на самом деле остается не раскрытой. Вот. И мы даже с вами не можем сказать, происходили или нет. На самом деле это самые, я бы сказал, успешные или самые сложные кибератаки, когда мы, по сути, не знаем об их существовании. А часть кибератак, на самом деле, которая вот именно связана с информационной составляющей, в основном направлена на потребителей информации, на простых с вами, ну, как говорится, мы с вами являемся, как говорится, гражданами. И здесь само законодательство, конечно, уже не может наше защитить. Здесь все зависит от того, каким образом мы потребляем информацию, и самое главное, кибератака, способствует ли она принятию каких-либо решений с нашей стороны или нет. Ведь по большей части целью любой информационной или кибератаки является человеческое поведение. То есть, конечно, можно, как я уже до этого говорил, допустим, выкрасть какие-то данные. Но в конце концов, для чего эти данные, допустим, крадутся? Для того, чтобы иметь возможность манипулировать принятием решений конкретных людей или конкретного человека, ну, как говорится, группы людей. Поэтому разделять именно технические кибератаки от, допустим, информационных атаков, которые призывают людей к чему-то, это неправильно. И опять-таки опыт Эстонии говорит о том, в том числе, что по большей части информационные атаки, они начинаются до кибератак, они происходят во время кибератак, и они последуют, как говорится, кибератакам. Поэтому это надо смотреть, конечно, комплексно. И любое законодательство не может защитить, как говорится, нас с вами, если оно не применяется на деле каждый день. Здесь надо все-таки понимать, что самое слабое звено в кибербезопасности – это пользователь. То есть это, как мы говорим… как мы говорим, это, по сути, то, что сидит между стулом и клавиатурой. Вот это самое слабое звено – это человек. То есть если любой человек, пользуясь какой-либо IT-системой, делает там ошибки, не знаю, вводит слабые пароли или
делает ошибки при дизайне этой системы, то ну, законодательство здесь, разумеется, не поможет. Поэтому очень важно обращать внимание на именно развитие навыков, которые нужны для кибербезопасности и информационной безопасности. Очень важно понимать, что эти навыки будут меняться. То есть это не какая-то наука, которую можно один раз и выучить, и она останется там, с вами на, не знаю, 50 лет или до конца жизни. Нет, это очень динамический процесс, в который, в принципе, надо вовлекать ну, не только профильных специалистов, разумеется, они там должны быть, но это касается, еще раз говорю, всех нас с вами. Вот, поэтому этим навыкам надо обучаться, это надо обучать не только молодое поколение, и, разумеется, в том числе и их, но это надо также обучать и людей всех возрастов, которые пользуются уже все чаще и чаще электронными услугами. Тобто обов'язково навчати навичкам, а будь ласка, розшифруйте. Ну, есть, как говорится, разные навыки. Допустим, есть, как говорится, навыки того, как, еще раз говорю, защитить свои персональные данные, как сделать безопасным передвижение информации, допустим, через свой email, какие риски, угрозы можно минимизировать, используя, допустим, социальные сети, в том числе, допустим, как можно безопасно делать покупки в интернете, используя, допустим, кредитную карточку или онлайн банковскую систему, да, то есть на самом деле этот спектр очень, очень широкий. Но все эти навыки надо, как сказать, и это, разумеется, также, допустим, очень полезный навык, как не поддаться на какие-либо провокации по имейлу, потому что очень часто самые простые кибератаки и происходят через имейл, когда под имейл, как говорится, маскируется что-то очень вам знакомое, что-то очень вам близкое, то есть, в принципе, то, что вас заставляет нажать на пару клавиш или там открыть прикрепленный файл, или сделать, или там переслать его кому-либо, или сделать еще какие-либо действия, как говорится, онлайн. И здесь именно возникает интересная связь уже между кибербезопасностью и, как я уже сказал, человеческим поведением, которое зависит ну, от нашей с вами психологии. И что я хочу сказать, что злоумышленники, которые хотят получить доступ к нашим данным или к нашим деньгам и ресурсам, они очень прекрасно разбираются в психологии пользователя. Поэтому не стоит их недооценивать. И для того, чтобы мы могли этому противостоять, нам тоже пора все-таки говорить именно о тех навыках, не просто вот пользование, допустим, компьютеров или смартфонов, а именно осведомленного пользования. То есть какие могут быть риски и как мы можем их минимизировать. Тобто эпоха користування просто так смартфонами, вона вже зникає і зараз з'являється новий час, коли навіть коли ти користуєшся просто смартфоном, про це треба дбати, що це не завжди... Да. Надо все-таки понимать то, что в этом мире ничего бесплатного не бывает. Дмитро, у нас залишається півхвилини. Будь ласка, давайте підім'ємо підсумок, щоб наші глядачі все ж таки почули якусь захищеність від нашого ефіру з вами. Будь ласка. Ну, надо сказати, що ми приїхали із Естонії з експертами для передачі опыта в Николаїв. Первый раз сделав панельную дискуссию, но у нас будет продолжаться серия мероприятий. Также мы будем организовывать обучающий визит ваших профильных специалистов, с которыми поделимся опытом, которые, уже вернувшись обратно в Николаев, смогут, я надеюсь, применить это здесь, тем самым способствуя повышению общего уровня кибербезопасности. Тобто до наступної зустрічі, так? Спасибі вам, що ви були з нами. Це була тема дня. А що буде далі? Побачимо. На все добре.